Потому что главное условие, площадь не важна, если ее выровнять и сделать твердое, ровное покрытие, вот именно ровное, оно должно быть не склоном. Это было бы идеально для нас. Давайте проект. Хорошая идея. Я хорошо машину. Поддержу. Нет, серьезно. Сделать здесь площадь? Да. Сделать здесь, ну, да, площадку, площадку и под ярмарки. Идея очень только хорошая. Коммуникация нам... Ничего страшного. Ничего страшного. Стоянки можно делать. Поставишь несколько лавочек, обычно здесь. С архитектурой проработайте этот вопрос, как это все будет выглядеть. Потому что здесь тепловая камера, обратите внимание. Контейнерная площадка уже стоит, уже хорошо, удобно. Да. Посмотрите по нормативам, что здесь по детскому саду, есть ли ограничения какие-то. Все, пойдемте тогда. Хорошая, Александр, идея. Потому что люди, ну, как бы, на объектах находятся, обещают в ближайшее время. Мы даже боимся раньше, Максим Владимирович, делать, учитывая, что до дня города уже немножко осталось, ну, здравствуйте. Есть время, да. Здравствуйте. Что хотите, наоборот, поближе туда, в Дню города. Я думаю, перед самым Днем города, они повторно как только видят чистое пространство, да, то сразу начинают рисовать чистое. Поэтому мы поближе еще раз. Мы же не делаем не под праздник какой-то, делаем, тоже... во-первых, чтобы здесь было в принципе чисто, не важно когда. Здесь видеокамеры. Здесь каждый день сидят компании, приезжают целые группы машин, и сидят компании, и начинается это... Давайте начнем с самого начала. Что у нас по передаче? Ну, как вы сказали, мы передачу не существуем. Документ у нас не подписан. То есть она сейчас за вами? Мне дали его на 3 месяца. Да. Восстановление вот для... На 3 месяца. Да. Восстановление главы города. Да. Для организации КАТО. Да. КАТО закончился, мы в марте сразу подали акт о передаче его обратно. Мы его не приняли. Ну, Мартине просто отдали его. Уже августа мы его не приняли в таком виде, как он сейчас. А он у нас был еще хуже, чем был. Мне его отдавали. Хотите сказать, что он в таком виде функционировал? Он не только функционировал, мы еще его подделали. Нет, это неправда, Татьяна. Нет, ну мы его, он в плохом виде мне передавали, он был в плохом виде. То же самое также был в плохом виде. Значит, я о чем? Готовьте документы, чтобы он был постоянно за ДЮСШ. То есть постановление. И на финансирование мы сделаем здесь. Надо посмотреть, что по земле. Надо здесь будет ограждение поставить. Угу. Ну, за заборчиком там или за забором. Вот это здорово. Ну, потому что чтобы здесь не было никаких. Летом его закрыли и все. Да. Для каких-нибудь мероприятий, может быть, здесь какие-нибудь ворота поставить, я не знаю, там. Ну, для чего-то, может быть, здесь чего использовать можно. Какие-то игровые виды спорта, да. Ну, нужно перед этим нам определиться, да, с подведомственностью, и чтобы финансирование было открыто. Ну, сюда хотя бы дворник кого-то, да, сюда или что-то. Ливана, давайте так. Сколько вам нужно времени проработать полностью вопрос по передаче? По организации, там, финансирования, там, понятно, наверное, уже не, ну, в этом году. Почему? Бюджет 18-го, да, сейчас заложен. Бюджет 18-го, но чтобы он уже к зиме был полностью готов, отремонтирован. Если мы сейчас передадим, там какую часть субсидий, надо посчитать, сколько это нужно, отметить, что здесь нужно сделать. Посчитать, может быть, и забор какой-нибудь поставить, но здесь надо вопрос по земле, опять же, проработать. Значит, проведите там никакие нужные совещания с земельщиками. Андрей Юрьевич ушел, я ему тоже поручу сегодня на совещание. Слава, напомните мне тогда в 4 часа этот вопрос поднять. Хорошо. Значит, проработайте там какую-то дорожную карту, и куда мы идем. И когда это будет. То есть к зиме задача, чтобы к началу сезона, когда здесь будет каток, чтобы здесь все было отремонтировано, чтобы он был на балансе ДЮСШ, чтобы мы понимали, кто за него отвечает, кто несет ответственность за его содержание, да. И так дальше, были все оформленные документы там, на освещение, там, да, кто за это платит, чтобы мы понимали, когда будет ограждение и что здесь будет порядок. И только после этого я согласен, можно и потом уже требуется, да? Каток у нас заливал. Максим Владимирович, сейчас присутствует программа «Безопасный регион». Я напишу служебно, чтобы мы предусмотрели вот такие на коробке включения программы «Безопасный регион». Это места массовые. Давайте. Поэтому прошу поддержать. Прорабатывайте, да, я подержу. Ну, мы неоднократно с отделом безопасности разговаривали. Они говорят, у них приоритетные другие объекты как бы определены. Но поверьте, это тоже очень социально. Хорошо, сколько вам нужно времени проработать этот вопрос? Ну, вот эта неделька, следующая. Следующая неделя.
Еще можем остаться в один сейчас, слово? Сейчас. Ага. Светлана, тогда помещайте. Ну, давайте 15 августа дадим. Безопасный регион – это камеры. 15 августа предоставить проект дорожной карты по содержанию и благоустройству данного города. И, Максим Владимирович, там вот, значит, когда забивается каток, вода вся стекает на дорожку, когда идут люди. И она вся, может, кто живет в микрорайоне, знаете, размывает. Она вся, да, размывает, и она прям вся ледяная делает. И люди идут с работы, там можно упасть. Вся прям ледяная. Ну, кто-то живет на краю, не знаете? Олег Анатольевич, мы сейчас там покосим, горка, когда горка появится. Проедьте, посмотрите, что там, скорее всего... Как можно барьер какой-то либо сделать, бордюр, там, чтобы, да. Либо перенаправить там куда-то. Да, поток, да вот прям вот отсюда, вот она истекает и вниз идет на всю дорожку, и она вся ледяная до самого вот того дома. А и вот она немножко приседает. Размывает прям насыпь. А это лучше вода уходила. Как ванна. Да. Ну, сюда пробку. Она нужна. Ну, на цепочку. Не я строила. Вот она уходит. Это переделывали, начал видимо. Уходить, да. Туда вниз сползать, и поэтому его когда чинили, вот сделали такое вот решение. Да? Мудро. Ну, очень мудро. Ну да, потому что начало разрушаться все, да, и он начал опускаться. Весь берег течет туда. Да, прям. Берег течет. Сползает же туда, поэтому, наверное, вот архитектурная... А вот что мы сейчас сделаем. Мы включали улицу Комсомольскую, план обхода от начала до конца. Давайте мы сейчас зайдем до детского мира, Олег Анатольевич, покажу, что нужно, о чем подумать. Вот это вот сейчас по склону. И на Каравайцево поедем. Ну, насчет дня, ну о чем мы говорили, вот этот вот уголок. Да, сейчас. Ну поехали, еще раз посмотрим. Безопасность. Да. Чуть мешка. Еще не доделал. Что ты какая-то здесь это? Сейчас я уточню, акт вообще не подписан. Ничего никто еще не подписал. А здесь еще и урну тоже нет опять. Мы сюда ставим сейчас новый бетонный, который сейчас поставщик вышел. Появился. Сейчас подписываем. Я вот 74, да? Да. Олег Анатольевич, вот сюда надо. А где труба вот здесь? Вон, вот они. Да, здесь завести грунт, все, засыпать, отсыпать. Поставить здесь ограждение, вот от флага. Я думаю, мы вступаем. Ну, там. Здесь вообще проходно. А зимой на горку? Зимой на горку заборчился. Что это горка? Горка фактически, она вот там. И в конце концов его можно, и она так и останется. Вот здесь. А люди пусть ходят. Может, по лестнице. Если ты будешь тащить, сейчас придут, тебе скажут. Ну, то есть смысл? Печь, я отсыпаю все ровно. И это самое. Будет здесь же опять Светлана, давайте, ну я не знаю сколько, 20-е, сколько надо уже? 1 сентября. 1 сентября. Ну, не городу-то в любом случае это сделать. Да. Ограждение, отсыпать грунтом и перекрыть здесь проход и здесь проход. Вот, пойдем тогда по Комсомольской, отработаем тогда по фасадам. Здесь были все руководительные места. Ну что, все, едем тогда на Каравайцево. Каравайцево, да. Болото, Максим Владимирович. Ну что я сейчас с болотом? Утонут. Они, представьте, аттракционы, они же тяжелые. Они просто пусть проедут и посмотрят. Они уже смотрели. Ну да, тогда, значит, не будем их ставить или что? Или их туда переставим? Вот они почему и там всегда стояли, куда мы вот ретро-автомобиль не хотели поставить. Там выше, там суше. А... В любом случае, дренаж-то мы их не сделали. Во-первых, когда на День молодежи были, они привозили такие аттракционы, такие... Это другие. Попроще, не да, тяжелые. Давайте она попроще поставим аттракционы, без вот этого вот всего. Попроще? Ну, это будет тогда прям только на один день. Да. Да, давайте думать, что да, за сарафан. Согласен, что это не
украсить. У них иллюминации, да, хорошая, большая, такая как красочная, понимаете? Они дополнительную подсветку создают. И детки просто не поймут, что мамки с детки очень сделала. Аттракционы расстоят. А из чего?